Привет, друзья финансисты, а также вообще любители денег. И особенный привет всем любителям музыки среди тех, кто слушает радиостанцию Финам FM, потому что я-то веду музыкальную программу. Но что бы я ни вел, идем мы все в правильном направлении, поскольку музыку слушаем правильно, ну и, наверное, с финансами вы тоже разбираетесь неплохо. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Это год змеи. Змея, на самом деле, совсем не вредная, а очень мудрая, как считают восточные люди. Желаю вам всем в этом году здоровья, финансовых успехов, счастья в личной жизни, ну и чтобы настроение было неизменно хорошим. Это был Артемий Троицкий, ведущий программы FM Достоевский на радиостанции Финам FM. Пока!